Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Артуэн. Это мое новое видео по Чикенгану 1.03. В своем телеграм-канале я сделал вот такой вот пост. Ссылка на него будет в описании. Что во 2 мая в 18.00 я буду заходить на ваши сервера. То есть я написал, чтобы они их создавали на первой версии. Подписывайся и ставь лайк на этот канал за 3 секунды. Раз, два, три. Ну, кто успел, тот молодец, а кто не успел делать это сейчас. Ну, а мы погнали смотреть сервера. Так, я уже зашел на первый сервер. Мы уже здесь немножко попереписывались. Так, это мой подписчик Макар. И, блин, кто меня убил? Меня убил какой-то опасный негр. Так, здесь пишет опасный Вингер, ты еще Макар? Что? Какой Вингер? Вообще писать не умеет. Какой-то про пишет. Где этот опасный Вингер, блин? Опасный Вингер меня убил. Он прям опасный Вингер, да, ребята? Так, здесь про. Давайте убьем про. Так, давайте посмотрим, он про или не про. Так, он мне ХП нанес уже. То есть урон нанес, какой ХП. ХП он мне отнимает наоборот. Все, меня сейчас этот про убьет. Стоп, он спустился, давайте ему гранату кинем. Все, мы сейчас победим. Он убил меня всего один раз, и это ничего страшного. И тем более, я ему сейчас отомщу, блин. Блин, вот получается, все, я его убил. Так, это у нас... командный бой. Где мои союзники? У меня красная команда, я так понимаю. Блин, их двое, я один. Как я с ними справлюсь? Здесь опасный негр какой-то, блин. Короче, все, я пошел на другой сервак. Так. Что у нас по сервакам? Блин, один сервак, на котором я уже вроде был. Так, вот я нашел другой сервак. Здесь опять этот про. Давайте ему напишем. Макар, это ты? Если честно, думаю, что это Макар. Так. Вот он мне в Телеграм пишет. Он мне написал, давай дружить. Я написал, го. Зачем я написал с вопросительным знаком? Не знаю. Так, погнали на другой сервер. Давайте ему напишем. Так. Что мне интересно? Ведь там был еще какой-то сервер. И на этом сервере должен быть еще какой-то игрок. Так, он не отвечает. А, вот, все, ответил, ок. Так, вот мы на другом сервере, и, блин, здесь никто не играет. Блин, жалко, что здесь ничего нельзя спаунить. Блин, почему он не признается, что он Макар? Ну, блин, признайся, ты Макар. Ладно, давайте сделаем такую не дуэльку на первой версии. Зачем я сказал не дуэльку? Так, он написал, то я не Макар, я про. А какой про? Как тебя зовут вообще? Скажи мне, объясни мне. Так, ладно, давайте ему еще раз напишем. Го-ду-э-ль. Го. Так, нет, давай дружить. Вот за что мне это? Так, мы с ним опять немножко переписывались. Ну, блин, он не хочет дуэль. Все, тогда получай, я сам сейчас дуэль устрою. Так, давай, смотри, я как разношу его, все, я его убил. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, почему он не хочет дуэль на самом деле? Ты еще, блин, он не умеет читать. Ладно, давайте просто его убьем тогда. Так, все, получай. Так, ну что-то я уже хочу на другой сервак. Что-то здесь скучно с этим нумиком. А, кстати, вот он и вышел. Давайте мы тоже выйдем. И поищем какой-нибудь другой серф. Так, о, Артелян. Это, наверное, подписчик моего телеграм-канала. Блин, сервер пропал. Так, давайте даже вот случайная игра. Я, блин, почему я один? Стоп, ну почему? Как же так? Неужели? Блин. Вот. Артеям, это подписчик. Подписчик. Так, это точно мой подписчик. Так, 666. Это ты мой подписчик? Ты мой подписчик? Объясни мне, пожалуйста, ты мой подписчик?
Ладно, ладно, что я ору в микрофон, это как-то неприлично так. Значит, где этот 666? Где этот дьявол, блин, адский? Он же 666. Так, где он? Где он? Я его сейчас убью. В порядке 666. Так, блин. Да порядки 2 уже были. Ты что, порядки-то и хочешь? А, вот. Можно по его нику его найти. Так. Вот он на крыше стоит. Так, он написал в мне один заряд пока. 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 Кто вообще так пишет? Что за неграмотные люди в этом чикенгаре? Так, ладно, давайте еще сервера посмотрим. Вдруг кто-то играет. Да блин, нет. Ну, давай один сервак вообще. Ну, не, ну пожи. Пожи, пожи, пожи. И... Ну что ж, наш ролик подходит к концу. Если честно, это неплохой результат. 4 человека на первой версии чикенгана. То есть я какой-то там негр, про и 666. Ладно, ребят, вот такой вот получился ролик. С вами я была Артуян. Всем пока.